я Максим Баранов, да, игрок Интер Майами. Насчет игры хочу сказать. Игра была хорошая. Самое главное, она нам дала опыт, чтобы в следующий раз такого не повторялось. Да, на самом деле стараемся, тренируемся. И в скором времени будет все наоборот. Мы будем на первых местах. А как думаешь, за счет чего не удалось победить сегодня? За счет травмированных игроков. У нас выпали парочку игроков состава, кто-то не успел. Вот. А так, в принципе, ребята все молодцы большие. Ну, переиграли раз, а мы переиграем в следующий раз.